Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами наконец-таки поймаем Бигфута на новой карте в игре Бигфут. Чтобы осуществить свой коварный план, я приехал на природу вместе со своим ноутбуком Huawei MateBook 14S. Процессор Intel Core 11 поколения и видеокарта Intel Iris Xe Graphics 1.6. Безрамочный 2.5К экран Huawei Full View и частота экрана 90 Гц. Эффект полного погружения. Юджин, а что ты делаешь? Тихо, Бигфут! Я охочусь на Бигфута. Что? Но ведь я же тут. Да, и ты мне мешаешь, тихо! Благо у ноутбука есть система из 4 динамиков Huawei Sound. Обеспечит объемный звук на полную мощность. Я ничего не понимаю. По последним данным стало известно, что в парке Уинтер недавно пропали 3 знаменитых инфлюенсера. Видеоблогер Даниэль, его девушка-модель Алекса и их друг-фотограф и... Не дали дочитать. Видимо, игре насрать на этих инфлюенсеров, как и мне. Как и всему миру. Я здесь ради Бигфута, а Бигфут здесь ради меня. Что? Ой, я прошелся по костру, сразу прокоцался, сходу. Ой, горло немножко слетело. Сходу, я хотел сказать. Берем планшет, заглядываем в сумку, забираем патроны. Где все мои вещи? Они наверняка вот здесь, в фургоне. Открывайте фургон. Мясо. В ящичках ничего не оказалось. Смотрите, есть фотокамера еще. А фотокамера, она нам для чего? А зачем я так левую руку держу странно? Капкан, камера, дрон берем. Винтовка, пистолет, все, две аптечки. Мы подобрали все, что только можно. Но ключ к нашему выживанию — это эксплорить. Нам обязательно нужно обследовать всю эту карту. Потому что чем больше новых локаций мы найдем, тем больше мы найдем лута для себя. Кстати, погодите, вот здесь тоже что-то должно быть. Вот, видите, капкан здесь есть. Надо опасаться волков тоже. И медведей. И снеговиков. И сосулек, свисающих с крыши. И бояться луны! Евгений, ну что же ты такое говоришь? Тебе не обязательно меня бояться. Серьезно? Ты ничего не собираешься со мной делать? Все, что я с тобой сделаю, я сделаю, когда ты будешь в отключке. Поэтому ты даже ничего не почувствуешь. Что? Давайте пойдем вот в первую очередь сюда. А, смотрите, они пофиксили это. Теперь, когда я прыгаю, стамина тратится. Я не могу бежать бесконечно. Они что, смотрят мои выпуски? Я вижу свет. Свет видит меня. Снеговик! You gonna die! Что у нас здесь? Пусто. Патроны. Пока не пришел Бигфут, давайте сразу положим капкан сюда. Кладем мясо. Тупой Бигфут придет сюда и напорится. Заходим. Обследуем. О, аптечка еще одна есть. Смотрите, сейф. Где-то здесь неподалеку будет записка. Ты чего красивую карту сделали? Она... О, смотрите, что это? Можно туда забраться. А еще можно забраться вот сюда, на первый этаж. Тут по-любому где-то должен быть написан код. Батарея для дрона. Прекрасная находка. Здесь кажется все. А знаете, возможно, Бигфут будет именно пытаться разрушить снеговика. Поэтому сделай вот как. Поставим капкан и поставим здесь камеру. Бигфута ждет большой сюрприз. Евгений, как всегда, идет беспорядочно. Вот нужно уже было вот сюда идти и потихонечку защищать вообще абсолютно все. Почему я такой вечно на все отвлекаюсь? Это как раз таки говорит нам о том, как легко затеряться в лесу. Ты на все отвлекаешься, все такое красивое. О, смотрите. Зиплайн! Только не говорите мне, что можно! Пожалуйста! А! Можно! Что это? Лось? Лось! Как это я круто оказался здесь? Ну-ка, что тут у нас? Ничего. Канистра. Оно здесь! Ставим капкан, кладем мясо. Канистра. Вот сюда я поставим. План такой. А, какой план? Не знаю. Вон он! Получай! Получай! Я не попадаю. Такой прыжок. Тихо. Тихо. Стреляй! Вот. Ага. Получил. Посраки. Дай, дай. Есть. Бам. Бам. Капкан. У меня всего 2, что ли, было? О, боже мой. Прыгаем. Он будет обходить, да? А! Черт. А! Блин, как он стрепится. Как профессионал. Не прыгай, Евгений! Ты тратишь больше хп! Стамина, точнее! А! Он бежит за мной! Помогите мне кто-нибудь! Сколько? А! А! Черт! Прыгай! Прыгай, прыгай, прыгай! А, нет, он схватил меня! А, напнул, напнул! Так, стреляем. Да почему не попал? Вот, хорошо.
Все, он убежал. Смотрите, как он сильно меня прокоцал. Забираем капкан. Это сигнал для нас, друзья. Нам просто необходимо искать больше припасов. Что у нас по аптечкам? У нас их 4. Но всего один капкан. Это полное говно. Окей, направляемся в эту сторону. Что это? Ну, сломать. Чтоб я подобрал? Зачем он мне? Что? Что за нафиг? А для чего это нужно? Я не знаю, для чего это нужно, но это жутко. Стало что-то очень темно. Луна исчезла. Так, смотрите, еще один зиплайн. Тут что, целая система? В эту сторону палаточный лагерь Харбор. Немного хорошей атмосферы. Кусочек мяса взяли. А здесь у нас, кажется, тупик. Снеговик? Опять ты? Аптечечка. Ух ты, хорошо. Так, пойдемте. Кажется, он где-то здесь рядом ходит. А, блин! О, о. Господи, что за говно? Как так можно поступать? А мы все-таки вернулись сюда. Ладно, раз вернулись, давайте воспользуемся этим моментом. И полетаем. Мы готовы? Мы готовы, взлетаем. Давайте гоняться за птицами. Проклятые вороны напугали меня. Получайте. Ну-ка. А, я не могу их задеть даже, оказывается. Мы слили немножко батареи, но ничего страшного. Попробуем полететь куда-нибудь. Тихо, сигнал. Слушайте, по-моему, сигнал еще хуже стал. Разведка как-то обломилась, по-моему. Что ж, тогда давайте вернемся. Остается только эксплорить, открывать новые места. Я как Даша путешественница. О, это маленькие елочки. Сколько всего здесь маленьких елочек. Вижу что-то новенькое. Убежище номер 3. Что? Это как бы нам намекает, что сюда лучше поставить камеру. Давайте послушаемся. Здесь патроны, и как-то больше ничего нету. Смотрите. Смотрите. Да! А почему у него такие повязки на руках? Что за прикол? Он типа волонтер? Что это значит? Кажется, он побежал в мою сторону, да? Я смогу увидеть его заблаговременно. И мы берем вот так и поставим капкан. Итак, палим. Где-то там в горах Астрид выживает сейчас. И Маккензи. Что? Он сломал гребаную камеру. Бигфут, ты, конечно, вандал. Он специально пытается меня в ступор вогнать, чтобы я встал на месте и перестал эксплорить. Я не поддамся на эту уловку. Я не поддамся страху. Потому что чем меньше мы исследуем, тем меньше мы предметов находим. Я что-то вижу. Полицейская машина. Вход в парк. О, боже мой. Но Бигфут не станет здесь нападать. Я возле полиции стою. Он не хочет, чтобы его замели, как в прошлый раз. А вот сейчас мне страшно идти. Берись, капкан! Ставь! Давай! Есть! Пороже! На машину сверху! Черт, на машину! Нет! Я на свой капкан напоролся! Умница, Евгений! Да блин! Черт! Свой собственный капкан! Где ты, капкан, уродский? Куда делся? А, вот ты, боже мой! Ну, немножечко так подвсосал. Не стыдно это признать. Вот, я что-то вижу, какие-то фонарики. И я вижу зиплайн. Надо посмотреть, куда он ведет. Старая охотничья вышка, номер 1. Здесь, к сожалению, ничего нету. Чего-то там светится вдалеке. Возможно, это как раз-таки, где начинается зиплайн. Да, я угадал. Коттедж Хаул Бранч Крик. Тут еще... Стоп, погодите. Не корми тролля. Есть фейерверки! Но фейерверки-то для чего мне нужны? Еще есть патроны. Нам бы какое-нибудь новое оружие найти. Снеговик! Снова ты. Заходим внутрь. Что у нас здесь? Аптечка, ну слава богу. Смотрите, Итан и я снимаем атаку на меня. В случае чего я буду кричать в лесу. Дэниел Робинс. Ну вообще-то кричит в лесу Бигфут только. Этот не снимает атаку? Я вижу мясо. Я вижу канистру. Еще один сейф. Да чтоб тебя. Ну я помню логику этой игры. Они всегда рядом с сейфом где-то ставят записочки. Здесь что-то должно быть. Я вижу тебя. Палаточный лагерь Red Tail. Давай какую-нибудь записку мне, пожалуйста. Представляете, нет ничего. Стой! Без разбора. А я могу мясо из него взять? Ну, конечно же, могу. 2 штуки мяса взял. Благодарствую, мистер Бон. Блин, да чего красиво. Смотрите, даже лось пришел посмотреть на пейзаж. Какой красивый пейзаж. Вот не знаю, он как-то вот прям стреляет во мне. Ай, прохладно. Я представляю, как прохладно мне сейчас. Зачем я это представляю? Зачем я себе усложняю жизнь? Мне это самому не прохладно. Я же играю в игру всего лишь. Это все, конечно, здорово, но а как насчет поохотиться на Бигфута? Я и так этим занимаюсь. Ну, Юджин, я же имею в виду себя. Ну, конечно. Я не дам тебе играть. Это мой ноутбук. И играть буду я. Хорошо, продолжаем искать Бигфута. Продолжаем искать все. Фуникулер. Сразу вспоминается фильм «Замерзший». Кто смотрел фильм «Замерзший»? Я очень рекомендую его. Это такой фильм, где ты все время сидишь вот так вот, постоянно вжимаешься в кресло, потому что он очень напряженный. Я знаю, что надо сделать. Поставим здесь камеру. Прекрасно, я нашел новый лагерь. Пожалуйста, порадуй меня. Записка. Воу, сегодня я просматривал места для твоей фотосессии, и я увидел много крови на камнях. Может, он реально существует? Итан Дрейк. Много крови на камнях? Где-то здесь мы найдем труп. Куча мяса мы нашли. Блин, я в плохом месте нахожусь. Бежали отсюда. Где-то здесь вот, ступеньки наверх. А! Тихо! Осторожней! Боже мой. Господи, оно преследует меня. Я бы с удовольствием оказался в какой-нибудь хижине. Смотрите, зиплайн.
Он идет за мной! Что мы делаем? Как мы делаем? Ставим тут капкан. Канистра, ставим. О, стреляй! Нет! Я не знал, что он может так сломать забор! Так, раз, два. Эй! Какого хрена? Черт! 10 хп! Я не успел схватиться за зиплайн. Аптечка, скорее! Я просто упал, смотрите, с какой высоты! А, он за мной! Спасите меня кто-нибудь! Оп! Оп! Да он идет! Да сколько можно? Ау! Вон он бежит! Да блин, че какой косой! Да косой! Спрыгивай! Осторожней! А, даже не знаю, зачем я это сделал. Есть! Я пережил все. Я должен вернуться за капканом. Ну, здрасте. Я не понял, почему мне не получилось использовать. Мне так повезло, что я выжил. Ладно, давайте сначала исследуем местность, а потом попробуем использовать. Патроны есть. Еще патроны. И, кажется, здесь все. Блин, как плохо. Труп, мистер труп. Давайте сфоткаем. Нам же нужно доказательство. Последний твой пост. Великий инфлюенсер. А, все, улика найдена. Это означает улика. А кого мы нашли, кстати, на всех ракурсах? Ты же знаешь, как эти фотки для инсты делаются. Тысячи раз фоткаешь, пока не получится одна крутая. А, ну потом выберешь, я тебе скину. По-моему, этот снеговик становится больше с каждым разом. Мне вот интересно, а можно ли еще выше подняться? Stay alive написано. Оставайся в живых. Спасибо, я постараюсь следовать этому совету. Нам бы всего лишь понять, как пользоваться зиплайном. Сюда нажимать? Сюда нажимать. О! Перепол. Я просто прыгнул. Оп, ясно. Вот так мы с вами пол карты пролетели. Играючи. Очень прикольно. Сторожевая вышка номер 2 обнаружена. Да ё-моё! Да, да, есть! Смог! Не смог! Боль! Боль! Я же жал, да! Ублюдство. То, что сейчас произошло. А, как здорово, это у меня одна аптечка. И зачем я только сунулся в это место ради какой-то сраной пульки? Да у меня этих пулек дофигища. Меня интересует вот это место, куда все дороги ведут. Надо будет сходить туда. Тотем! Блин, получается, мы можем их целую кучу набрать. Что если нам нужно как-то их разложить? Кажется, здесь заканчивается фуникулер. Окей, мы нашли новое место, аптечка. Пожалуйста, спасибо, пожалуйста, огромное. Слушайте, мне кажется, я не выиграю сегодня. Посмотрите, как мало его покоцал. Как мне его бить-то вообще надо? Может быть, сигнальным пистолетом в него стрелять? Давайте попробуем в следующий раз. Да ё-моё! Да сколько этих ловушек? Бам! Вот. Мне нравится, как он в панике убегает от меня. Знаете, день — это моя стихия, и он боится на меня напороться. А ночью я боюсь на него напороться. Где ты, Бигфутушка? Этот скотина убежал. Но он скоро придет, ибо темнеет. По добру, по здорову, сваливаем отсюда. Смотрите, какое место! Это же мое спасение! Бигфуточник здесь. Ставим камеру. Ох, сейчас мы затаримся здесь. Я и так давно искал вот подобное место. Кажется, идет. Давайте сразу поставим капкан здесь. А если он с этой стороны зайдет? Не знаю, Евгений. Надеюсь, не зайдет. О! Приманим его. Все, это панику во мне вызывает. О! Стой. Давай. Есть. Вкоцался, вкоцался. Быстрее, стреляем. Стреляем по максимуму. Нет, не трогай дверь. Я недавно ее установил. Стреляй. Тихо. А! Да беги ж. Да куда ты, в мусор? Беги в дом. Беги в дом. Сволочь. Выбегай из дома! Да почему ты не слушаешь меня? Да боже ж мой! Нет! Где эта тварь? Куда она побежала? Капкан не сломал, гад. Какого хрена? Кто издал этот звук? Неприятно немножко было. Камера новая. Я не могу взять ее. Интересно, да почему я не могу ее взять? У меня есть одна, но я хочу еще одну. А, это камера ночного видения. У меня же есть такая уже. Все, я понял. Отлично, монтировка. А что у нас на втором этаже? Кто-нибудь? Ну, дайте мне записку от сейфа. Алекса, прости, что я ушел и ничего тебе не сказал. Я пошел по следу Бигфута. Дэниел Робинс. Болван, Дэниел. Возможно, это даже его я нашел. Блин! Кто это издал? А, это часы. Охренеть, как неприятно это было. Так, спрыгиваем. Итак, следующий дом. Ох, здравствуйте. Еще одна записка здесь. Я устала уже валять дурака. Я пойду пройдусь одна. Алекса Торнтон. Она не верит в то, что Бигфут существует. Она поплатится за это, мне кажется. Мне кажется, я найду ее дохлой. Мне страшно представить, что Бигфут с ней сделал. Что-то непотребное, скорее всего. Сюда нельзя зайти. Может быть, сюда можно? Здесь можно. Ну, такой примечательный дом. Тут что-то должно быть особенное. Капкан! Спасительный, боже мой. Капканчик, хорошо. Что ж, это все. Мы обследовали каждый дом. Тут что-то написано. Возможно, help. Помогите. Если отойти назад, то проявится что-то... Да, help. Hopeless. Безнадежно. Что за пессимизм такой? Вон я бегаю уже сколько. Боже мой!
Видите? Я сохраняю оптимизм все равно. У нас с вами 4 аптечки. У нас с вами очень плохо с оружием дело обстоит. Нам нужно найти что-то стреляющее. Я имею в виду прям стреляющее. Па-па-па-па-па. Очередь. Убить сразу! Без разбора! Долго не думая! Я он орет. Изнемогает от боли. Опа! Есть! Давайте освежевать его. 3 мяса. Так, если олень перебежал тебе дорогу, это к жди беды. Это к жди беды. Да. Я угадал с бедой. Чертов олень! Грохну тебя в следующий раз. Вот еще одна сторожевая вышка. Дай что-нибудь мне. Ну дай мне что-нибудь. Ничего нету. Мне нужно найти укрытие. Что это за место такое? Тут дорога где-то заканчивается. Воу! Призрачный олень. Тут какое-то жертвоприношение надо сделать. У меня есть чем. Так, разложить. Типа тут мы и сразимся, видимо. Ну вот знаете, я не хотел бы здесь сражаться. Я бы хотел свалить. Я думаю, надо срочно... Нет, валить надо так быстро, как только можно. Вон туда, в тот лагерь нужно вернуться, в ту деревню. Сразу капкан берем. Господи, быстрее. Отлично, мы здесь. Теперь дом найти бы, который нормальный. А, он бежит за мной. Закрой дверь. Там стоит дверь открыта. Какого фига? На. Закрыть. Ставим. Бам. О, я себя кацанул тоже. Черт, ему насрать. Что за кал это был сейчас? Это было ужасно. Это была худшая катка сейчас. Ну я тебя прошу, ну поохоться на меня. Я не могу с тобой сражаться, когда ты занят чем-то другим. Мне так неинтересно. Ты можешь меня не отвлекать? Я почти у цели. Ну ты так долго сидишь за компьютером. Глаза испортишь. Только не сертификатом Tav Rainland. Чего? Защита от синего света и мерцания без искажения цветов. Тут даже яркость экрана настраивается автоматически в зависимости от ситуации. Я знаю, что нужно делать. Недолго ему осталось играть. В моих гениальных планах сейчас попробовать исследовать левый верхний угол карты. По сути, последнее, что нам осталось. Оу! Я что понял, что я забыл забрать гребаный капкан. Это очень важно за ним вернуться. Побежали. Погодите, Бигфут здесь! Вот он идет! Прям идет вообще невзначай! Расслабленный весь! Да господи! Почему я так плохо стреляю? Чем легче в него попасть, тем сложнее мне попасть. Как так работает? Непонятно, где он. Давайте ставить камеру здесь. Это что за Стоунхедж такой? Да ладно! Черепа сюда нужно! Надо срочно забрать те черепа. Погодите, с черепами тут такое прикольное место, я вижу. Я не был еще здесь. Или был? Капкан! Ах да, я же точно. Я же пытался вернуться в деревню, забрать капкан. В итоге я отвлекся на Бигфута и забыл про капкан. Ладно, воспользуюсь этим капканом. Воу! Эти птицы были под снегом. Это что за прикол такой? Когда воробьи в песке ковыряются, это к дождю. А когда вороны зарываются в снег, это что значит? Пишите ваши варианты в комментариях. Опять лагерь ни о чем, и Бигфут орёт где-то. Так, я не позволю себе отвлекаться сейчас на него. Молодец, Евгений, не позволил. Ну, строго так себе вообще. Очень организованный парень. Я вижу, здесь заканчивается дорога, но, возможно, это наверху. Нам нужно наверх. Начинается ночь. Если что, вот там вот есть зиплайн. Воспользуемся этим, чтобы слинять. Отличненько. Еще один череп. Пещера Винт. Это целая пещера. Ёлки зеленые, это что, его дом? Так. У нас здесь есть барахлишко. Да, наконец-то. Сможем в ближнем мочить его. Чё так много капает? Чё написано? Остерегайся. Хорошо, я буду остерегаться. Да пусть лучше он меня остерегается. Он что, думает, что я буду переживать? Смотрите, а я могу это что, получается, сфоткать? Оп, по роже. Забирай капкан. Отдай капкан. Ладно, я понял. Нет, он сломал. ХП! КП! Остановил. Просто сразу сломал мой капкан. Ну что за говно? Теперь мне возвращаться в ту деревню нужно. Кстати, это хорошо, что тут зиплайн есть. Мы сейчас очень быстро доберемся. Офигеть, какой путь мы проделываем. Прекрасно. Есть хижина. Кирка. Может быть, мы можем его очень сильно бить? Записка. Отмечаем 1 000 000 просмотров Даниэла на сноубордах. Я на все согласна. У входа. 5 вечера. Хорошо, я еще нашел топор. И сейф у нас. 5-7-1-5. Ну, наконец-таки. Хоть что-то. 5-7-1-5. Ну? Yes. Взрывчатка это серьезный разговор. Хорошо, давайте заберем черепа, обследуем оставшуюся местность и вернемся в деревню за капканом. Опа, здравствуйте, череп, еще один новый. Водопады Биопэт. Пожалуйста, что-нибудь хорошенькое. Аптечечку, например. Аптечечки нету, значит у нас все плохо. Так же плохо, как и с этой кучей снега. Хорошо, у нас есть тесак, еще столько оружия набрали. Реально мы можем просто бить Бигфута. А, черт, зря я не посмотрел, сколько нужно черепов всего принести. 4 или 5? Смотрите, Бигфут что делает? Входит с этим знаком. Несмотря на то, что у него 687 хп, а у меня всего 50 и только 2 аптечки, я не теряю надежды. В первую очередь нужно все исследовать. Ну, выглядит так, как будто мы уже осмотрели всю карту полностью. А значит, мы больше ничего нового не найдем. Нам нужно за капканом идти.
Какого? О, боже мой! Нет! Нет! Да блин, убейся! Черт, 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 как плохо. Будь ты проклято, животное. Посмотрите, что он мне сделал, он меня вынес. Вдвое обрубил шансы только что. Что это нам сулит? Мы должны бегать по дому и не совершать ни единой ошибки. Ночь. Все, он тут же агрессивный становится. Вот только эта табличка выскакивает, все. В нем просыпается гнида, а во мне сыкло. Где капкан, где я его оставил? Вот здесь, по-моему. Есть, есть, есть. Последний шанс. Какой мне дом использовать? Давайте вот это, что ли. Поставим здесь кирка. Даже не знаю, что бьет сильно. Наверное, кирка бьет. А куда мы можем отсюда выбежать? Вот сюда. И по кругу. Ясно. Кстати, можно и наверх забежать, и оттуда потом спрыгнуть, и продолжать палить по нему. Хорошая идея. Давайте мясо положим. А все закрыто, все ли двери закрыты? Окей, все закрыто. Бьем, бьем, бьем. Раз. Оп! Блин! Попал по мне, гад! Да что, я все промахиваюсь. Вот так! Оп! Да что ты, что прыгай, урод! Почему он не прыгает? Он не прыгал, ребят! Фак, как срано получилось, почему он не прыгал? Я сжал все как надо. И атака провалилась вот ужасным образом. А, ладно, пойдемте с тотемами разберемся. Ведь сейчас ночь, самое время совершить сатанинский ритуал. Я все черепа собрал. Вот это круто. Значит, смотрите, ставим. Раз, два, три, четыре. Что дальше-то? Блин, я вообще-то ожидал какого-то события. Может быть, по ним побить нужно? Слышите? Слышите? Это самолет. И что это значит? Гуманитарная помощь? Он что-то скинул? Это странно. Гейте, за всю игру ни разу не было самолета. Я не слышал его. Ладно, у меня еще есть капкан. Есть шанс. Так, смотрите, это новое место. Его еще не находил. Охотничья вышка номер два. Неужели я вижу здесь то, что вижу? Капкан! Шансы увеличились. Смотрите, канистра! Шансы увеличиваются еще сильнее. Что это? Автомобильный аккумулятор, боже мой. Так, а это что такое? Опа! Новая пещера. Пещера Платона. Боже мой. Патроны. Да есть у меня патроны. Мне их навалом. Аптечку дайте. Нет. Последний шанс просто исчез только что. Растворился у меня. Здесь нет ничего. Просто не отчаиваемся, все будет хорошо. Конечно, темно уже, пипец. Нам нужно в хижину. О, блин! Ставим! Ставим! Кого ты взял? Два. О, тихо. Да какого? Да какого? Просто жесть! Просто жесть! Нет, 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 забей! Нет! Нет, не оставь меня в живых! Нет! Смотрите, как меня хавает. Прямо в этой пещере, в которой я только что был. Я фактически пришел увидеть свою смерть. Место, где меня сожрут. Я не понимаю. Уже столько времени прошло, а ноутбук не сел. Коварный план провалился, да? Что? Я видел, как ты отключил питание. Подлый ход. Но я ничего не сказал специально, потому что не сомневался в этом ноутбуке. Ты ведь не знал, что у него батарея на 60 ватт в час. При полной зарядке можно воспроизводить видео в Full HD до 13 часов. И заряжается он очень быстро. С меня довольно! Если через одну минуту ты не начнешь на меня охотиться, я убью тебя здесь и сейчас! Одной минуты как раз достаточно. В каком смысле? Достаточно для чего? Чтобы поймать Бигфута. Чтобы поймать тебя. О нет. О да. Что ж, друзья, на этом мы с вами закончим играть в Бигфута. К сожалению, я не смог его одолеть, но я обязательно сделаю это в следующий раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте во все мои соцсети. С вами был Юджин, и всем пять!